Молитва за кого-либо или вымаливание – это одно и то же, или есть разница? Можно ли отмолить человека, если он при жизни не верил в Бога, умер без покаяния, спрашивает Людмила. Но молитва и вымаливание – это, наверное, вопрос степени. Как бы. То есть молиться и вымаливать – это значит молиться, значит, ну, молиться. А вымаливать – это значит бороться с Богом за кого-то. Вот. И есть случаи, когда вымаливаются у Господа Бога души, совершенно далекие от Бога. Так, например, Григорий Двоеслов, как сообщает предание, Папа Римский, вымолил у Господа душу императора Трояна. На что Господь сказал ему: я его помилую, но ты больше так не молись. То есть есть такое предание. То есть можно вымолить у Господа Бога, наверное, кого хочешь. Можно. Правда, чем-то заплатишь за это другой вопрос. Но можно. Вот это и есть разница между молиться и вымаливать.